Привет, дорогие подписчики моего канала, а также его зрители. Сегодня я хочу вам показать вот такой вот конвертик, который мне пришел от Ждановой Катюши. С Катей мы обменивались АТС-ками, но также в ее группе ВКонтакте я сделала себе небольшой заказик. И давайте, конечно же, начнем, чтобы сильно не затягивать. И да, Катюш, большое тебе спасибо, что ты согласилась со мной обменяться АТС-ками. Мы достаточно-таки давно с тобой не обменивались. И еще раз тебе большое спасибо. Я уже все достала, так как это уже не первый дубль. Я решила, что все, хватит мне складывать и доставать. И давайте в первую очередь начнем с заказа. Первое, что я хочу вам показать, это вот такое вот письмо с помпошками белого цвета. Многие ее уже знают, все с ней работают, когда оформляют корешок у альбомов, прячут, так сказать, каптал еще могут, как-то вроде называется, я уже забыла, давно не делала что-то подобное. Короче, чтобы не было видно, прячут, конечно же. И у меня такой тесьмы не было, а если была, то маленький отрезок, и присылали мне, конечно же, по обмену или в подарки к АТС-кам. И теперь у меня, посмотрите, тут не помню, скорее всего, 2 ярда у меня есть этой тесьмы. Я благодарна тебе, Катюша, что у тебя в магазинчике в небольшом есть такая тесьма, причем она недорогая. И также я у Катюши заказала кружево. Один вид, 4 расцветки. Я заказала белую, такого кремового молочного цвета, сиреневого и светло-мятного. Стоили они тоже недорого. Заказала я белый 1 ярд, насколько я помню, а остальные 3 цвета по 2 ярда. Я вот так вот вам покажу. Очень приятное на ощупь кружево, очень красивое. Рекомендую. Также я заказала 2 листочка с карточками. Все прекрасно знают, уж не буду повторяться. Я их фанат. Заказала 2 листа с карточками на свадебную тематику. Один у нас, извините, в мятном цвете, другой в сиреневом. У нас дизайн Татьяны. То есть я вот так вот буду вам показывать. Архивное качество, насколько я знаю. Знаете, напоминает чем-то бумага белый кардсток. Потому что она такая текстурная. Очень классная вообще. Вот стеги разные. Очень интересно. Мне очень понравились крылышки и часики. И вот такие вот большие теги. И также в сиреневом. Только тут уже надписи на русском, и их тут очень много. Любовь вечна. В этот чудесный день. Здесь вот текст. Но тут его на камеру плохо видно, так как он желтым напечатан. Потом вот такие вот. И вот такие вот. Также текст. Очень классная бумага. Я очень-очень довольна и счастлива. Также Катюша положила мне подарочки. Я уж не буду доставать. Здесь вот такая вот большая ажурная бабочка. Поближе покажу. 3 прищепочки и классные вообще суперские полубусинки такого насыщенного золотого цвета. Такие бусинки я вижу впервые, и в моей большой коллекции полубусинок они тоже будут впервые. Вот. Супер вообще, класс. И, конечно же, традиционно в конце покажу АТС-очку. Сейчас. Классная АТС-ка. Значит, серия называется «Безумная весна», вторая из 3. Вот такая вот замечательная АТС-очка пополнит мою коллекцию большую. Здесь у нас и текстурная паста, и спрей, скорее всего, или краски, кружево, маленький микробисер. Вот видно на камеру, если сейчас фокусируется, да. Перышки, такая вот ткань в виде сеточки. Вот такая вот ткань. Ой, сеточка, прошу прощения. Тут, скорее всего, затонированная краска или эмбосингом чиборд. Потом вот такой вот цветочек. Тут у нас очень классные детали. Мне она очень безумно нравится. И вот такая вот, такой вот чиборд птичка, тоже эмбосинг, скорее всего.
Хотя нет, мне кажется, это просто покрыть. Ну, хотя я могу ошибаться. Катюш, пожалуйста, напиши мне в комментариях, что это просто краска или все-таки эмбоссинг, вот такое вот розовое перышко. Посмотрите, какая это крутая суперская тесточка теперь пополнит мою коллекцию. Когда я расплачусь со всеми долгами по АТС-кам, так сказать, я обязательно сниму видео о моей коллекции АТС-очек. Надеюсь, вам будет интересно. И чтобы это видео не пропустить, обязательно подписывайтесь на мой канал. Вот такие вот были мои покупочки, мой обмен АТС-очками. Все ссылочки на Катюшу, на ее группу, на ее канал я оставлю в инфобоксе, поэтому проходите, смотрите, заказывайте. Поэтому, Катюш, еще раз тебе огромное спасибо за обмен АТС-ками, за подарочки, за замечательный товар, качество шикарное, я довольна, надеюсь, что буду у тебя еще заказывать как кружево, так и особенно вот эту вот тесьму. Поэтому, если вам понравилось это видео, поддержите меня пальчиком вверх. Всем творческого вдохновения, удачи, пока-пока, ваша Аня.